Короче, захожу на автосалон в надеждах найти какой-то шрот дешманский, но понимаю, что здесь нам будет не по зубам. А может, кто-то и будет кому-то по зубам, но не всем же по 500, по 1000 евро, правильно? Вот, пожалуйста, вариант, да? Что стоит оно? Есть цена? Нахрен они вам напишут. Но мы можем просто пройтись, даже посмотреть, какие варианты продаются, да? Смотри. Неплохо так. Короче, нету, да, цен нету. О, слушаешь, ну такие интересные вариантики здесь продаются, ребята. Хорошенькие, да? Смотри, пойдет, вообще пойдет. Опа, подняли. Слушай, интересные тут экземпляры, да? Ценители, кто заценит, кто оценит, пацаны. Пойдет, класс. Старички такие. Раритет, но в таком хорошем состоянии, я вам так скажу, пацан. Вообще пойдет. Слушай. Бэшечка, да? Нарядная. Ой, как ты хорошо смотришься, вообще класс. Не, пойдет. Короче, хороший автосалончик, я вам так скажу. Можно что-то приобретать, ребята. Так что, если кому надо вот такой вариант пригнать в Украину, пишите.